Красава. Я вот векал. Красава, Гриш. С тебя твоя жизнь. Гриш, ты нам должен. Отдашь натурой. А кажется, он с нами? Б 0. 1. Нет, он под. Красава, Гриш. Скажите спасибо мне, ребята, я постоял в его молотове, я, он меня побил, это все моя заслуга, спасибо. Спасибо, где аплодисменты, ребята? Он бомбит. Нет, он не пишет. 7 дней, чувак, 7 дней. Что он теперь делать будет? Ну, я думаю, он будет завсегда там посетителем хаб. Идол, чё это не здесь? Я. Лоуч пин на шарте, 4 хп. Твою мать, чё? Психопат пошел в задницу просто, твою мать. Мама не вовремя позвала. Как я угадал? Заходите, еще один. Подлонг ставить, под шорт? Да. Чё да-да-да? Подожди, ой, подсмок, ой, подлонг. Да-да, подсмок, я понял. Зик. Тихо. Сити, смотрите. Двое. Нет, ВВ хп, подождите. Яма один. Яма ССГ. Бежать, яма. Длина. Машина горит. А где тушитель? А где тушитель? Доставай, блядь. Что ли? Да. Я только тут был, откуда он вышел? Я стой, знаю, наушники-то охуенные. Да, я его убью. Блин. Ну, купи авапу. Ну нет. Ну, купи авапу. Нет! Да пошел ты нахуй! Окей. Шорт один. Я думал, бомба в плечо. Он не около шорта. Шорта. Ну, по крайней мере, по шорту, по парапету бы он входил. Hello, motherfucker. Отлично. Хорош. Да заткнись, а. Да. Блин, ты дебил, что ли, а? Ты еще пасы там в микрофон. Миша, ты идиот, что ли? Да что? Ничего, я тут один в один, он прям под микрофоном там компот решил налить. Вот ты такой знаешь, что компот. Почему бы нет? Да, по-моему, тут весь сервер слышал, еще соседняя карта тоже это слышала. Соседняя карта. Ребята, а это те за воротами? Ребята на Инферно, наверное, охреневали, что там где-то фонтан полился. Ой, прифайры какие. Инвизибилити. Шапка невидимая. А ну-ка, успею. Пусть сама плентится. Бомб has been planted. Вы думали, что чтобы тащить, нужно умение стрелять? А чтобы пули летели в голову, тренировать свой аим? Забудьте нахрен все, что вы знали до этого момента. Этот парень расскажет вам, в чем истинный секрет. Внимание, дальнейший просмотр не предназначен для лиц младше 18 лет, а также беременным, психически неуравновешенным и другим личностям. Я больше просто рукой своей стал работать. Я понял. И оно как бы стало залетать. Ну как бы контроля больше. Погоди, а куда у тебя ручка начала залетать? Нет, не ручка начала залетать. Я говорю просто рукой. Когда двигаю рукой, приятно становится, да? Ну типа того. Ну короче это. Короче вот, я раньше когда рукой работал, я понял, оно у меня резко же все было.
А сейчас начал приветствоваться, и вроде все это, начал подпривыкать уже больше движения делать. Ну да, да. Чуть поджимать, да, иногда где-то. Да, чуть поджимать где-то. Где-то наоборот давать, короче, эту фору. Где-то время подтянуть, где-то ускориться. Чтобы поприятнее было, да? Ну да, чтоб для команды. Не, ну просто у меня сейчас скилл начал повышаться, когда рукой начал работать. И знаете что? Несколько минут практических занятий вместе с гуру дали незамедлительный результат. Сел он. Рампа один. Прошел ванкаду. Класс. Вон, рампа. Видишь?